Приветствую всех зрителей своего канала. Я сегодня хочу вам показать на этом уроке подробно, как вязать к платью, которое мы уже связали, белое, ажурное, крючком. Мы теперь свяжем панамочку. Эта панамочка аналогично вяжется, как и розовая панамка, я уже давала в мастер-классе, к розовому платью. Мы набираем объем головки у ребенка 45 сантиметров. Я набрала здесь на спице, сначала вязала спицами 130 петель. Вязала я резинка вот двойная. Вот резиночка, это спицами. Здесь получается я провязала 12 рядов. У меня в уроках есть, вы можете посмотреть. Следующий я уже закрывала обычным способом петли на спицах. И когда я закрыла обычным методом закрытия спиц петель на спице, я потом перешла, уже вязала крючком. Вот мы начали вязать по кругу крючком. Аналогично можете посмотреть, если так я рассказываю, кому не ясно, розовая панамка еще была к платью розовому. Так, мы потом, я потом вот начала вязать полустолбики. Вот один ряд провязала. Потом начала вязать следующий ряд между, вот идут два столбика с накидом. Между ними три воздушные петли. Вот два столбика с накидом, между ними три воздушные петли. И вот они так повторяются. Два столбика, видите, два столбика, между ними три воздушные петли. Два столбика, три воздушные петли. И между собой они соединяются без воздушных петель, просто соединяются. Потом следующий ряд, там, где идут по три воздушные петли, я вязала по 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Вот вы провязали следующий ряд. Переходите точно так, как и первый мы здесь вязали. Вот этот. Так. Два столбика. Один, другой. Между ними три воздушные петли. Два столбика. Между ними три воздушные петли. Следующий ряд опять идем. 5 столбиков с накидом. И вот сейчас я, если вам не ясно, я вам еще раз покажу. Вот мы продолжаем. Точно так, как мы здесь начинали. Так, я вам показываю, как мы вяжем. Вот столбик вяжем с накидом. Вот серединку находите. Вот где в этой чешуйке, видите, 5 воздушных, 5 столбиков с накидом мы вязали. Мы теперь в серединку вяжем столбик с одним накидом. Теперь вяжем 3 воздушные петли. Теперь столбик, вот, вяжите туда же, в ту петельку. Столбик с накидом. Вот у нас так получается. Видите? И так продолжаете до конца ряда. Вот находите серединку. Столбик вяжем с накидом. Теперь 3 воздушные петли. Раз, два, три. Дальше 5 столбик с накидом.
и 3 воздушных и столбик с накидом провязали. Теперь мы столбик будем опять вязать с накидом. Вот серединку провязываете. И теперь между ними вот сейчас 2-3 воздушные петли. И опять столбик с накидом в ту же петельку. И так вяжете до конца ряда. Вот, видите, что у нас получается. То есть, один столбик с накидом, другой. Между ними 3 воздушные петли. Еще раз показываю. Вот, серединку вяжем, столбик с накидом. Теперь 3 воздушные петли. Раз, два, три. Теперь опять туда же, в ту петельку, столбик с накидом. Провязали. Все, и также продолжаете до конца ряда. Следующий ряд мы продолжаем вязать столбики с накидом. 5 столбиков с накидом. Вот там, где 3 воздушных петли шли, мы делаем 5 столбиков с накидом. Три. 4, 5. Так, теперь мы делаем точно так. Следующие вот 3 воздушных петли. Сюда 5 столбиков с накидом. Так. 2. 4, 5. Так, провязали мы. Теперь соединяем. До конца ряда мы провязали. Соединяем соединительной петлей. Таким образом. Как всегда делаем. Вот мы провязали этот ряд до конца. Вот что у нас так получается. Следующий мы вяжем. Так, таким образом. Сейчас будем вязать мы опять по 2 столбика, как эти вязали. Вот. Между ними мы вязали 3 петли, да, воздушных. Теперь мы будем вязать 2 столбика и между ними вязать 2 петли. Для чего? Для того, чтобы у нас эта шапочка-панамочка шло как бы донышки на убавление. Вот так. Начинаем с середины. Так, вяжем 2 воздушные петли сначала, делаем теперь еще 2 воздушных петли, это начало, теперь делаем столбик в эту же дырочку, где мы начинали, это начало, так, рядом, вот у нас получилось, теперь следующее. Вот середину этой ячейки мы вяжем столбик с накидом. Теперь 2 воздушные петельки. И опять туда же вяжем столбик с накидом. Провязали. Теперь опять вот где мы вязали 5 в серединку. Столбик с накидом провязываем. Теперь 2 воздушные петли. Опять туда же. Столбик
Знаки дам делаем. Вот у нас что получается. Видите, оно как бы стягивает. Теперь так идет на убавление. Скоро будем потом донышко вязать. Так, следующее. Столбик с накидом. 2 воздушные петельки, опять столбик с накидом. Так вяжите до конца ряда аналогичным образом. Следующий ряд мы вяжем уже 4 столбика с накидом, потому что мы вязали здесь уже не 3, а 2 воздушных петли. Уменьшаем. 2, 3, 4. Так, 5, 4 столбика. 1. 2, 3, 4. Вот что мы видим. Идет, видите, уменьшается. Шапочка наша, панамочка будет. Видите, идет так, вот так стягивается. Она так. Пойдет потом вот так, донышко и вот так. Два. Три. Так вяжите до конца этого ряда. Вот мы довязали этот ряд, который вязали уже по 4 столбика с накидом. На сегодня мы пока урок закончим, продолжим завтра. Вот у нас уже идет как бы убавление отсюда. Вот у нас такая получается шапочка-панамочка. Оборку потом будем уже делать впереди валан. Все, смотрите, это будет панамочка у нас к белому нашему платью ажурному. Так. Вот я вам еще это начало. Всего доброго. Спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания.